Давай. Так, Игнатий Викторович, я сегодня выезжаю из Сургута. Да. Так слышно, нет? Да, слышно. А вы узнаете, поезд идет какой дорогой? Идет ли он... Через Тюмень. Ну а дальше-то как, на Барнаул, где он поворачивает? Я не знаю, я взял до Барнаула. Ну а где-то пересадка поезд. Будет? В Тюмени пересадка, до Барнаула. В Барнауле воскресенье 17 числа, 14:33. 14, это хорошо. А проходит ваш поезд там через Ребриху или нет? Корчино? Не знаю. Но запишите, что если останавливается он на поселке Потеряевка, разъезд Подстёпный называется, Подстёпный. Это прямо от нас 4 километра от деревни. Вот спросите. Минуточку. На Подстёпный. Степь под степью. Подстёпный. Угу. Если он останавливается, то заранее уже можно созвониться и вас там встретят. Уже в Барнаул ехать не надо будет. До Барнаула это лишние 3 часа, а потом еще обратно 3. А Подстёпный. Если... Так, если не... Угу. И спросите, если Подстёпный не останавливается, спросите, идет ли он через Корчино. Это от нас 15 километров, там тоже могут съездить забрать. 15 километров. Корчино. Буква Ще. Корчино. Ще. Да, Ще. Оскорщилось. Угу. Корчино, она до нас не доходит оттуда, когда идет поезд. 15 километров. Бывает, остановка там есть, а у нас-то разъезд, там никого нету. Но сейчас и московские останавливаются. Да. Обязательно узнайте, останавливается, нет, на Подстёпном. Степь. Подстёпный. Ну, это если вы узнаете, тогда нас оповестите. Наши уже будут ждать вас там. Сюда ехать не надо. Хорошо. А когда здесь будете, здесь тогда уже мы встретимся. В Барнаул только приезжайте, дайте сразу сигнал. А то можете с дороги позвонить. Как вагон, какой поезд, и может быть кто-то съездит, встретит. Какой вагон? Во сколько приходит, мы должны знать это. Ну, я могу сейчас сказать, билет под рукой у меня. Ну, так, билет под рукой, мы как раз и хотим это знать. Что значит когда-то? Прямо сейчас и давайте. Что-то заглохло.